вільний час. На завтра на 12 часов назначен мітинг. Мы должны приступать к конкретным действиям. Все, что мы можем сделать сейчас, каждый из нас, вместо себя одного завтра, позвать как минимум пятерых друзей, пятерых соседей, кому не безразлично. Нас должно быть много. Мы мирные, мы действительно мирные, нас никто не покупает. Мы выходим сами, мы защищаем свой дом, свои семьи. Мы не хотим рушить, мы не хотим разрушать. Даже в Крыму сейчас, обратите внимание, их называют сепаратистами, оккупантами, захватчиками. Они захватили здание без единого выстрела, без единого выбитого стекла, без единой жертвы. Их назвали сепаратистами, оккупантами. Посмотрите, что происходило в Киеве. Жертвы, развал, разбой, грязь, разруха. А они герои. Где справедливость? Нам нужна справедливость. Но мы не имеем сейчас права относиться так, как будто моя хата с краю. Не имеем. Сейчас, если мы так будем жить, придут к нам. Объясняйте это соседям. Завтра на митинг. Каждый, кто здесь стоит, приведите по 5 человек. Это малость, самое малое, что мы можем сделать. Тогда нас не сможет с нами не считаться. Тогда с нами не смогут нас не услышать. Единственная сила. Донбасс, он всегда, он долго молчит, он долго раскачивается. Но когда его уже задавливают до конца, когда вообще не дают, когда искажают все, что можно, он поднимается. Сделайте на завтра все, что от каждого зависит. Донбасс, вперед! Донбасс, вперед! Донбасс, вперед! Донбасс, вперед!